я путешествую уже как бы по многим странам. И Германия, и Россия, и Америка, и прочие другие. Когда приедете к нам, в Латвию, на что обратите внимание? Я не поверю, что вы где-то здесь увидите жвачку на асфальте или брошенную бумажку. Или когда вы выйдете на природу, это большая проблема на природу выехать и найти какую-то бутылку из-под лимонада, какую-то бутылку из-под пепси и прочего дерьма. То есть, вот сейчас покажу своего ребенка. Видите, они купили кофе, выпили стаканчики бумажные, и мы уже целый километр идем, вот пока мусорник не попадется по их дороге. Я говорю про своих детей. Я уверен, что они не выкинут стаканчик. Хоть он бумажный, но не выкинут. Сейчас понаблюдаем. Видите, вдалеке мусорник. Ребята идут второй километр, километр, и они дойдут до мусорника. Это Латвия. То есть, ну, меня так родители воспитывали. Я своих детей так воспитываю. И когда я был в других странах, не в каждой стране такое есть. То есть у нас природа все-таки это с большой буквы П. Поэтому мы самая чистая страна Евросоюза. Самая позитивная. Конечно же, это пещера Гудмана. Выглядит она не очень большой, но самая фишка этой пещеры – это легенды, которые ходят об этой пещере. И это, в принципе, такая мекка для всех влюбленных, которые приезжают сюда, ну, для того, чтобы, например, сделать предложение или на свадьбу друг другу в чем-то поклясться, как вариант. Символом Латвии является вот это дерево за моей спиной, это дуб. И здесь есть более 2000, ну, по крайней мере, в Советском Союзе был регистр дубов, более 2000 деревьев, которые являлись памятниками этой страны. И здесь есть дуб, которому, если не ошибаюсь, могу ошибаться, где-то около 400 лет. И каждый президент Латвии, когда его избирают, считает своим долгом подъехать к этому дубу. Экскурсия об этом дубу у нас есть на канале ниже, если кому интересно. Вот. Чем хороша Латвия, и особенно чем она сейчас хороша для китайских, японских туристов, которых здесь много, это именно природой. Ну что, нам, наверное, сегодня повезло. Сегодня день открытия моста. Этому мосту ровно 100 лет, если не ошибаюсь. То есть его вдали год, когда фактически в Европе началась война, когда Гитлер напал на первое государство, тогда был сдан этот мост. И вот сегодня его впервые отреконструировали. Реконструкция обошлась всего в 700 тысяч евро. Ну и сегодня поэтому здесь празднично, и все празднуют открытие моста. А вы журналисты? Не хотите снять видео о том, как опять просрали наши деньги? Я вам покажу, как. Смотрите, подойдем к мосту и расскажу, где здесь есть ошибки. Хотите? Ну, так нас же обокрали. Это праздник, вы считаете? Я принц. Да? Я. Тогда круто. Ну, давайте я расскажу вам сейчас. Ну, Кассиус Эссет? Ну, не, ну просто я думаю, что это неправильно. Ну, наверное, Кассиус Эссет, Кассиус Эссет, это тесик, это руна, это забзинает, но курен, скада, ассоциация, бедриба, политические спек, вина, Кассиус Эссет. Не, я вообще к политике отношения никакого, я даже не знаю, кто тут это делает, я просто строитель. И я вижу, что то, что тут сделали, это неправильно. Ну, я тувар издрит лаба, это издер. Я тувар издрит лаба, это издер. Сопротивляйтесь. Ну, так мне никто не дает.
Ну, bet tāpēc tev ir jābūt izglītībā. А вы снимаете просто пропаганду или правду? Не, какая пропаганда? Ну, вот вы говорите, что, наверное, какой-то политик здесь сделал какой-то хороший мост для нас. Es tev prasu, kas tu esi, знаете, политика, es vispār neko neteicu politika. Ну, я вообще, слово политика вы сказали. Tu atnāc šeit ar savām negācijām un uzbrukumu. Es gribu zināt, kas tu esi, ka tu var tā runāt. Слово политика вы сказали, я же не говорил политика, я даже в этом не понимаю. Labāk, tad izdari. Attiecīgi izglītība, tur karjera un vienkārši izdari. Ja tu nevari, tad nē, tad nav ko. Vienkārši negāc, ir? Tas ir tā kā bērnībā. Tas kaut ko dara un tieši vienkārši, ko viņš dara. Здесь вопрос не labāk, а вопрос правильно или неправильно. Ну, а та и раткал, патес, ну, так опарайся. Смотрим, как выглядит достопримечательность туристическая. Здесь идет вот такой эпоксид, и здесь он идет совершенно другой. Видите? Ну, наверное, колонны должны быть симметричны. Если мы посмотрим на ту колонну, то она тоже выглядит как попало. А что интересно, там, где стоит сейчас колонка, там пропускает вода. То есть вода почему-то не уходит с этого моста. Но есть ребята, журналисты, видите, это с местного, ну, телевидения ребята. И вот, например, они сейчас снимают репортаж о том, как замечательно построили мост. Вот о чем хотелось бы поговорить. Какая разница, в какой вы стране находитесь? Какая разница, какая политическая партия за это отвечает? Пропаганда, она в любой стране работает примерно одинаково. То есть сюда втюхали 700 тысяч евро. Мост, ну, не сказать, что он построен некачественно, но здесь есть, ну, явные косяки, явные огрехи, которые ты, ну, не спрячешь. Устроили небольшой праздник, разумеется, в смете есть сумма, и мэр наверху моста сейчас пиарится. Журналисты рассказывают, насколько это сейчас круто, насколько это красиво. А вот по сути, какая разница, какая партия нас обокрала в очередной раз? То есть мост не сделан красиво, мост не сделан эффектно. В туристическом районе мост должен был выглядеть совершенно по-другому. Смотрим на пролет моста, который может видеть каждый. Смотрите, насколько он неравномерно обработан. То есть здесь вопрос, как правильно надо было делать, вот, например, вот так или вот так. Видите, он весь такой пятнистый. То есть где-то он проработан, где-то не проработан. Смотрим, как небрежно сделан деформационный шов. Здесь, например, видна монтажная пена, которая, ну, через какое время? Через месяц, через год себя зарекомендует в обратную сторону. Видите? А как такое? Баллон пены вдули сюда, все, открытие моста. Баллон пены вдули сюда, все, открытие моста. Разве так открываются мосты? И что его здесь делали? Просто покрасили краской эпоксидной? Все. Смотрим на волнорез, который расположен здесь. Ну, не надо много объяснять, что этому волнорезу неделю от роду, как его сдали в эксплуатацию. А почему ты не разрешаешь снимать свою машину? Ты же журналист. Почему нельзя снимать того, что вы снимаете? Вы же журналисты, вы же но вы же открытые, а вы снимаете. Вы тоже меня снимали. Вот я ходил, вы снимали меня. А почему вы журналисты бегаете от людей? Чего вы боитесь? Фильмает весь кое из гриба. В общем, журналисты бегали по мосту как спринтеры, наверное. Ну, честно говоря, вообще не хотел об этом снимать. Достал камеру, начал снимать мост. Ко мне подошли ребята, начали интересоваться, что я здесь снимаю. Как я взял просто в шутку, пошутил, сказал, что я снимаю косяки, которые есть на этом мосту. Прибежала куча журналистов. Вот с этой штуки, я не знаю, что это. Ну, прям даже не интересно. Но, в общем, региональное телевидение. И, не знаю, снял камерой на скорую руку. Слышали вы или нет, как журналисты набросились на меня и сказали, что это снимать нельзя. То есть сами журналисты могут ходить снимать кого угодно, снимать меня нельзя. Потом я им предложил снять к
косячки, которые были на этом мосту. Эти журналисты схватили камеры и начали бегать от меня повсюду. То есть, получается, я так подозреваю, это мое субъективное мнение, оно, конечно же, неправильное. Но на этом мосту действительно есть явные огрехи. Может быть, их уберут, и, как обычно, к открытию моста их, ну, как по традиции, не сделали, не успели. А дата может быть важная. Поэтому мэр закатил праздник в очередной раз, потратил на эту сумму. И, разумеется, приехали журналисты, рассказали о том, как красиво и правильно сделан мост. На самом деле, мост либо не закончен еще, либо в нем действительно остались какие-то косяки. Мы помним сумму, которую сюда потратили. И раз вот это было сделано для очередного пиара, то я считаю своим долгом испортить этот пиар. Потому что мост действительно красавец, но он не сделан идеально. Так, как был сегодня отпразднован праздник этот раз. Во-вторых, я был в шоке. Нам все время говорят про пропаганду там российских телевидений, да, там, или там европейских, американских. А что это за журналисты, которые от себя бегают, реально бегают? Те, которые не разрешают снимать машину и камеру. Ну, как они это делают? Очень интересно. Сейчас мы стоим около Кремлевской мужи. На самом деле здесь есть три такие типа замка-поместья, которые стоит посетить. И в основном люди вот сюда не ходят. Не ходят, потому что, ну, трудно сказать, почему не ходит. Но, с другой стороны, Сигулд настолько развивается, прям вот семимильными шагами. И можно даже утверждать, что люди сюда раньше не ходили. А сейчас, может быть, ситуация поменялась. Потому что все видео, все фото, которые вы когда-либо видели, это вы видели именно Сигулдский замок. Тот, который, ну, красный такой, из кирпича. Вот его видели все. Но он уже был в наших предыдущих роликах, поэтому что 200 раз повторяться. Об этой Муйже поместье мало кто знает, поэтому, скорее всего, мы сходим на нее, ну и покажем дорогу на нее и что там есть посмотреть. Говорил, что Сигулды считаются латвийской Швейцарией. Если нет, то слушайте. Здесь такие же самые горы, как везде. И, слава богу, действительно кто-то вложился сюда денег и сделал их такими облагороженными. Теперь можно здесь на электромобилях, например, если с ограниченными возможностями человек подниматься, либо в преклонном возрасте. Но молодежь, конечно же, идет ножками. Хорошо, что есть вот такие скамеечки, потому что, пройдя примерно там каждые полкилометра, ну, потеешь, как лошадь, и хочется чуть-чуть сесть и отдохнуть. Очень хорошо, что есть вот такие указатели. Здесь прикольно, то есть значки такие, например, как особое место достопримечательности, то есть место, где можно сфоткаться, место для обзора, место, где можно идти на детской коляске, место, где существует информация, и место, где можно идти на велосипеде. Вот эти таблички говорят об этом. Это прикольно. То есть Сигулда, как я еще раньше говорил, это такое место для активного отдыха. То есть вы либо хотите сгнать лишний вес, либо вы где-то в офисе в Риге засиделись, и вам, ну, нужно себя немножко погонять. И это сюда. Здесь можно полетать на самолете, здесь можно всякие экстремальные виды спорта попробовать. Это чуть-чуть за Сигулдой находится, там масса всяких трасс и мест, где этим можно заняться. Как-нибудь доберемся. Полетаем на самолете и на других фишках. А вот. А из доступных это гулять от замка к замку. Здесь три замка, и они на расстоянии друг от друга расположены примерно там 2-3 километра. То есть за день можно набегать примерно 10 километров. Если с собой возьмете что-нибудь там, например, воды, немножко покушать, и неплохо развлечетесь. Но в основном это прикольные пейзажи. И мало кто знает, но Сигулда попала в ЮНЕСКО как лучший осенний пейзаж. То есть здесь рекомендовано гулять осенью. И есть два места таких, по-моему, Ванкувер и Сигулда. То есть чем прикольно, тем, что здесь есть такие кленовые листья, которые, допустим, красный клен, потом желтый дуб, потом береза там зелено-желтая. И это все на горах таких. И когда ты сюда поднимаешься, ты смотришь вот соцветия разных цветов листьев, красные, желтые, там зеленые, коричневые. И это выглядит, вау, прикольно. Так что здесь прикольно, что это туристические тропы, здесь дикая природа, потому что в Латвии не принято чистить леса. То есть, если смотрите на лес, то там будут слой мха, старые поваленные деревья. Ну, сейчас покажу, вот, например. И здесь, да, будут организованы прекрасно дорожки, но в нашей ментальной среде не трогать лес. Упало дерево, пускай лежит, гниет. Сломалась ветка, пускай лежит.
Вот немцы, они в этом плане педантичны, они все триммерами выкашивают, там бедным лягушкам, муравьям и тараканам нету места. У нас здесь есть и ящерицы, и змеи, и тараканы, и муравьи, и прочая живность. А если бы мы, как немцы, педантично все это вычесывали и все это там химией проходили, то, конечно же, не было бы ни одной единой лягушки. Здесь это норма, если вы идете, перебегает дорогу какое-то животное, или лягушка, или муравей, или улитка выползает, или что-то такое. Так, ладно, поболтали, привал окончен, двигаемся дальше. Место, безусловно, для тех, кто любит такую, ну, как бы деревенскую усадьбу, деревенское зодчество. И здесь она такое смешанное. То есть это, конечно, латвийский стиль, но здесь присутствует немножко и что-то от шведов, что-то и от России, что-то от немцев. И получается такая интересная, уникальная деревушка. К сожалению, не развита. То есть в сравнении с тем, что здесь было раньше, и сейчас, конечно же, большой прорыв, но она не до конца развита. Но, может быть, в этой девственности какой-то есть свой прикол. То есть здесь действительно прикольно попасть в старинную деревушку, малохоженную туристами, несмотря на то, что сюда уж сделали хорошую тропу. Ну, свои фишки в этом есть. Прикол, вот за моей спиной вот традиционная, скажем так, латышская изба. Вот если вы на нее посмотрите, ну, неужели она вам что-то напоминает? Вот, по-моему, здесь понятно, что что-то адаптированное, но такого подобного ничего нету ни в Швеции, ни в России, ни в Германии. То есть, хотя те культуры влияли, конечно же, на Латвию, но, тем не менее, здесь есть своя такая жилка и выработался свой стиль. И я вот человек, который вырос в Латвии, подходя к этому зданию, я понимаю, что я дома. Я вот в этом все время рос. Я даже знаю запах. Запах в этих строениях, он тоже уникальный, особенный. И у нас есть этнографические такие отели, в которых можно остаться, там, где нет электричества, там все готовить печкой, и пожить в этом сутки двое, и уйти от мира интернета, от мира электроники, от мира электричества даже уйти, чтобы у вас глазки остыли, чтобы у вас в душе потеплело. И вот тогда вы прочувствуете, что такое Латвия. И вот это такое место, где можно легко коснуться этих вещей. Кстати, это не музей под открытым небом, это жилые дома, то есть здесь люди живут. Интересная улица, то есть по правую руку это уже такие более современные дома. То есть это дома примерно ульмановского периода, ну скажем так, 100-летней давности. А вот эти дома, это уже примерно 200-летней давности дома. И то есть здесь даже внутри Латвии можно здесь видеть, как отличались эти дома. Можно видеть белый силикатный кирпич, то есть их пытались в советское время, например, реставрировать как вариант. Здесь увидели такую винодельню прямо в центре. Ну, исторически она очень прикольная, и мужичок на входе там продает вино. Разумеется, сам он делает, самый продавец. И у нас в Латвии немножко поменяли законы, слава богу. Теперь людям гораздо проще изготавливать вино, и хотите верьте, хотите нет. А поменялся климат, ну и, может быть, селекционеры немножко поработали. То есть раньше в условиях Латвии виноград не дозревал. А сейчас он дозревает ввиду определенных сортов, ввиду того, что все-таки климат действительно поменялся. Поэтому у нас появляется свое виноградное вино. Ну и оно подтягивает за собой, соответственно, яблочное, клюквенное, клеверное и десятки других. Главное, чтобы эта культура начинала работать, а дальше уже что-то из этого начинает получаться. Это винодело, который недалеко от кафе. А почему в кафе закрыто? Там нет никакого музея посмотреть, производство? Нету? Где кафе? Ну, рядом с кафе. Ну, нет человека, который там... А вы один как бы вообще да, все да, делаете, да? Нет, ну есть, конечно, помощники. Нет. А давно вы производите сами уже? С 2009 года. Ох, ничего себе. Я один из первых в Латвии начал. Но это закон какой-то придумали, который разрешает сколько-то литров, и после этого пошло. Перспектива у этого есть? Не бросите? Нет. Не бросите? А это группами. Ну, как и мы, скажем, поехали в Грузию, да, там. Ну, да, 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 да. Вторую, да, там.
Ничего, что я вас снимаю, можно? Да, пожалуйста, нет никаких проблем. Ну, как пришла еще? Вообще в голову все идея вам это все делать, расскажите. Это все выращивается здесь у нас в Сигулде? Да, да. Да? Да, да. Будешь кальваться. А крепкие напитки можно вообще в Латвии делать или да. нет? Да. Чуть-чуть, не надо так. Ну. Алена, помоги мне. Сейчас я оценю, что такое кальвадос. 2 года выдержки. 51 градус. Нифига себе, серьезно? Серьезно? Мягкий? Ну, крутая штука. Прям реально крутая штука. Штырит со старта. Сначала делается яблочное вино хорошее, год выдержки, потом перегон, потом дубовая почка. Сколько стоит у вас кальвадос? Маленький 10, большой 22. Здесь все написано. А среднее вино где-то 10 евро, да, примерно? 10-11, да. И кальвадос где-то район. А у вас ни сайта, нигде вас никак не найти, только в Сигулде можно найти и все, да? Да, ну если посмотреть, тогда вот сайт есть. Кремлевский замок. Ну давайте возьмем Цидонию бутылочку, можно? Цидония, да? Юль, возьми денежку. Ну он козырный, попробую. Цидония, да, и сзади на английском на, и на русском. Ага. Своя оригинальная упаковочка такая. Кремон – это старое название кремонского замка. Кремон? Да. Кремуль, ну, да. Вот Кремуль. Именно вот этого замка, да, вот, который да, здесь да, есть? Да. Понятно. 1 евро будет? Ну что, те, кто нас смотрит, смотрите, как выглядят истинные патриоты, которые действительно не едут делать клубнику на сбор где-нибудь урожая во Франции, в Англии, а делают свой продукт, и он реально выглядит круто. То есть я имею в виду, что упаковку, фирменную бутылку, бренд сам, Кремон. И вкус, ну я не знаю, со старта прям хочет и точно купить. 40. Но в Риге в магазине не купить, только в ресторанах это можно, да? Есть несколько магазины. А где, например? Есть Пассажа, Валмер, Мужа, потом еще некоторые магазинчики. Где это Пассажа, Валмер? Какой улице, не знаете? Тоже не скажу. Ну там же дороже, ну... Зачем покупать за 15 евро, если у меня можно купить за 10. Это надо к вам ехать и брать ящик сразу, например. Да. Запросто. А, у вас и есть визитка, номер, телефон. Да. Скидка будет за ящик? Будет. Сколько? Договоримся. Ну ладно, мы так к вам еще вернемся. Ну что, позитивно мы встретили мужичка. Когда мы гуляли по Кремлде, мы видели эту виноделину, он показывал раньше. Она была закрыта, и я был, вот как я был прав, что я сказал, что наверняка это один человек, то есть он сам сажает урожай. Понимаете, что это такой урожай, который там 6 месяцев в году работаешь, а все остальное время, ну, с урожаем не работаешь. Так вот, остальное время в году он делает вино, делает кальвадос. У нас в Латвии придумали закон, я был прав, где-то в 2009 году это было, когда каждое крестьянское хозяйство... Сами понимаете, что алкоголь дает больше прибыли, чем уборка зерновых, там, свеклы или еще что-то. И для поддержки местного производителя выдали квоту, сколько можно делать абсолютного алкоголя, сколько можно винного алкоголя, пивного и так далее. И после этого у нас начали развиваться вот эти винодельни. Вот вы сейчас видели в одном лице, он сам крестьянин, который производит продукты, сам винодел, который делает это вино, и сам продает. Видели, да, что он сам разработал бренд, у него есть история, ну, которую он, скажем так, не придумал, но аккуратно собрал где-то. И вот эта интересная штука, вот это малое предпринимательство. И я говорю мужичку, может быть, подсказал ему идею торговлю через интернет, еще какие-то другие продвижения. Он говорит, это настолько штучный товар, что мне нет смысла раздувать большое предприятие, большую фирму. Мне проще это все делать индивидуально самому, не потерять на качестве, а тот оборот, который и та стоимость, которую он указал, вот ему вполне хватает. И причем заметьте, что бутылочка 0,7 стоит 10 евро авторского вина, это ну реально недорого. То есть хорошее вино, оно стоит порядка от 15 до 30 евро вот такого уровня. А я любитель вина и в этом немножечко понимаю. Здесь можно видеть вот такие фрагменты старого замка. То есть это от городища. Здесь наверху раньше был еще один рыцарский замок.
средневековый, он разрушен. И вот здесь начинался он, вот здесь часть. Ну, здесь был такой мост, видно, что он сверху кусочек, здесь. И проходил вот такой мост. И наверху там городище. Вот, мы, к сожалению, в этот раз на него не будем подниматься. Ну, а вообще, это повод приехать. Прикольная штука, чем нравится Сигулда и Тервета. Ну, Сигулд, конечно, побольше. Тем, что такое количество троп. И если вы пешочком пошли, вы максимум только в одном направлении так вот полноценно сходите. Потому что очень устанете, все-таки подъемы, спуски и так далее. Вообще здесь очень много троп. И если заранее в нете где-то поискать информацию о какой-либо из тропе и выбрать одну ее, то это будет путешествие выходного дня такое плотненькое и хорошее. Поэтому мы выбрали вот такую не туристическую тропу, а тропу для того, чтобы набрать новых эмоций каких-то. Ну, мы их получили и, соответственно, наслаждаемся. Значит, смотрите, есть несколько вариантов вот таких высотных восхождений семейных. Самые экономичные, наверное, это вот этот. То есть за 9 евро вас поднимают с самой низшей точки от Гауи на самую высокую точку. У вас прекрасный обзор, который можно видеть вокруг. И назад вы спускаетесь на такой штучке интересной, сейчас я покажу. Называется она Родали. Этот комплекс называется Тарзан. Чем он интересен? Тем, что есть вот такие лазалки по кронам деревьев, и вы можете приехать с семьей здесь и полазить. У нас есть видео о том, как мы это делаем. В этот раз здесь слишком большая очередь, поэтому с детьми нам будет слишком муторно. Вот так это выглядит. Падайте смело, там мягко внизу. Вот. Прикольно, то есть смотрите, какая высота. И надо ножками и ручками пролезть вот по этой штуковине. Вот, а если вам лениво, то вот по этой монорельсе можно съезжать вот отсюда. Вот, поэтому платим с семьей 9 евро, поднимаемся, кайфуем и съезжаем, получаем адреналинчик. Очень важно, потому что Сигулда подразумевает, в прежде очередь, это как активный отдых. И поэтому, если, например, приехали с семьей, с маленькими детьми, то здесь, во-первых, нагуляетесь так, что ноги будут болеть, а во-вторых, надо какую-то капельку адреналина схватить. Например, на этой монорельсе, когда снизу, сверху вниз съезжаете, да, Тимур? Получаешь такой заряд адреналина, и тебе хватает там на пару часиков покайфовать. А такой съезд на одного человека стоит, соответственно, 3 евро. Поэтому это довольно дешево. Но здесь очень прикольно то, что вид такой. А разумеется, каждый раз мы, когда приезжаем, у нас другое путешествие. В Сигулду мы больше 10 лет ездим, как правило, по 5-7 раз в год. Так делают любой рижанин, потому что это наша маленькая Швейцария, это наша гордость. И мы здесь отдыхаем. Традиции, по-моему, в какое кафе не заходи в Латвии, цену ты уже знаешь заранее. Вот этот стол нам обошелся 22 евро, и выглядел он... Тимур, рассказывай, что здесь. Картошка фри с наггетсами. Картошка фри с наггетсами. Вот такая штука интересная. И два шашлычка с колбаской и простой. Очень прикольно то, что это здесь на открытом воздухе. В тени ветвей деревьев, рядом развлекательный центр, то есть дети могут набегаться, напрыгаться, а если устали, зайти сюда покушать. То есть если у нас здесь, ну, 4 человека, собственно говоря, то средний чек выходит, ну, 5 евро на человека. Ну, это, по-моему, такая среднеевропейская цена в Восточной Европе. Куда бы вы ни зашли, вам это и будет столько стоить. Сейчас покушаем и пойдем дальше гулять по Сигулде. Что за моей спиной еще один
прогулочный замок. Почему прогулочный? Потому что внутри там мало есть что посмотреть, и он больше такой антуражный, скажем, чем реальный замок, потому что состояние его было неважное, а ту реставрацию, которую в нем сделали, ну, ее пока недостаточно, но это уже круто. Сбоку еще один замочек, он сейчас на реставрации, как можете видеть. И таким образом, это уже будет третий замок, который мы посетили вот за короткую прогулочку выходного дня. Настоящий замок Тевтонского ордена, и семейный билет сюда входит 5 евро всего лишь. На этот раз с экспозицией, прям скажем, не богато. Но опять же, антуражненько, прикольненько. В прошлый раз мы здесь были, и здесь были рыцарские доспехи, здесь были воинская амуниция, реальное оружие. То есть можно было чуть ли не всей семьей одеться там в рыцарей со шлемами, там, с копьями, мечами и здесь попозировать. Сегодня почему-то, к сожалению, нету. Ну, может быть, экспозиция на выезде или еще что-нибудь. Но что прикольно, зато можно походить по нормальному замку. То есть вот такому реальному замку. И от себя тяну опять добавлю. Каждый раз сюда приезжая, здесь всегда по-другому. То есть от года в год его реставрируют, из года в год в него вкладывают денег. И каждый раз приезжая, здесь есть какая-то новая фишка, что-то есть новенькое. Поэтому, если вы приехали, допустим, в этом году, и чего-то здесь не было, то ваши денежки будут потрачены по назначению. В следующий год здесь точно будет плюс какой-то фишечкой больше. Сейчас просто погуляем по замку и посмотрим просто, какой с него шикарный вид. Находится он на горе, осень уже у нас, и поэтому вид точно. Такая настоящая замковая оборонительная стена. То есть здесь вот был такой чистокол, стояли солдаты с луком, и когда была какая-то определенная команда, в это окно можно было производить выстрел с арбалета либо с лука. Заодно неплохой вид на еще один из замков. То есть, когда мы говорим Сигулда, то моими мозгами вот он, первый замок, который надо посетить, второй, в котором мы сейчас находимся, и только потом усадьба-то, мой же, в которой мы были, и уже традиционный замок, который на всех фото, видео из Красного Кирпича, который находится непосредственно в Сигулде. Ну, точнее, в Туриде, Туридский замок. Но большинство туристов знают только Туридский замок, а эти замки остаются незамеченные. Но последние лет 5 ситуация, конечно же, меняется. Ну, мне нравится вид из этого замка, красавчик. Это примерно наше латвийское ласточкино гнездо, то, что передо мной. И нравится вот этот замок, потому что он реально средневековый. И он реально сохранился и практически не реставрирован. Но здесь, как всегда, бывает новшество. То есть вот эта штука, скорее всего, это была церквушка при замке. И вот эта площадь, она, конечно же, сейчас под разного рода мероприятия. То есть, когда вы сюда в сезон заходите, здесь бывают разные артисты, рыцари. Ну, разумеется, эстрада здесь не просто так. Здесь проходят всевозможные мероприятия. А вот эта вот штука перед нашими глазами. Тут, например, проходят турниры, стрельба из лука, копьеметание, ну и так далее. В общем, в зависимости от того, в какой день вы попадете, здесь бывает либо очень круто, либо, как сейчас, очень спокойненько. То есть, намекая на то, что Латвия очень немноголюдная страна, и здесь что хорошо для семейного отдыха, то есть вы очень часто можете приехать в замки, в какие-то поместья, усадьбы, и вы будете здесь гулять со своей семьей. То есть у нас еще нет этой фишки, когда ты приходишь в какую-то достопримечательность, а там приезжают 800 автобусов с китайскими туристами, с селфи-палками, забивает все это. Это и плюс, и минус. С другой стороны, у нас нет столько денег на восстановление нашего народного богатства, и у нее состояние оставляет желать лучшего. Это правда. Вот. Но, с другой стороны, здесь хорошее место для релакса, для семейного. То есть не для такого, вот как сейчас смотрите на площадь. Вон парочка прошла, мы, ну, может быть, еще одна парочка. Ну, так очень часто, если смотреть наши видео, немноголюдные.
Вот виски достопримечательности – это факт. Но все ухожено, все красивенько и не на показуху, а от души. Смотрите, какая штука классная. Для тех, кто не понимает, это для того, чтобы люди незрячие могли прочитать, что за этой дверью им предстоит 30 ступенек вниз. То есть они потрогают, да, действительно, надо возвращаться или все-таки продолжить путь. Это для незрячих, и такое практикуется на многих латвийских местах, где большое скопление туристов. Та же самая надпись для незрячих и азбука незрячих. Не знаю, как она называется, но люди могут здесь прочитать, что их ждет. И попадаем во двор церквушки. Вот так выглядела церковь. Фантазирую я, не экскурсовод, могу ошибаться, может быть, это и не было церковью. Но мне кажется, что это, скорее всего, оно. Сейчас одна небольшая загадка. Ну, не может быть, чтобы у нас в Латвии не было каких-то эксклюзивных, интересных вещей. Итак, я нахожусь в одном из сигулдских замков, разрушенных замков. И вы тоже здесь можете находиться, когда сюда приедете. Итак, внимание, вопрос. Высота вот этих строений... Вот, пальчиком показываю. Ну, примерно навскидку 25 метров. Я вот у себя на приусадебном участке взял примерно камень диаметром 50 сантиметров. И попытался его просто переместить на длину в 10-15 метров и водрузить на горке. У нас у пятерых на это ушло полдня. Это невероятный труд. Вот объясните мне, каким образом в средневековье древние латвийцы, латыши, Курши, Балты, кто там были, могли вот на ту высоту, свыше 20 метров, поднимать вот такие валуны. Сейчас я покажу, как выглядит этот валун. Вот можно оценить мою голову и рядом шкамвалун. Видно этот камень? Вот скажите мне, что это не загадка. Каким образом, ну понятно, что это какими-то системами лебедок, рычагов и так далее, были подняты эти камни наверх. Да? И теперь внимание, есть такая фишка, не каждый про нее знает, но одно из чудес, которые есть на нашей планете, это Коралловый замок, который находится в Америке. Коралловый замок был построен латышом, то есть латыш эмигрировал, это совершенно проверенный факт, его звали Эдвардс, он с этих мест, он эмигрировал в Америку и там воздвиг Коралловый замок. До сих пор никто не знает, как он это сделал. До сих пор люди над этим бьются, всякие умы, ученые ищут ответку. Но я слышал, что кто-то из ученых приезжал порыться в нашей библиотеке. То есть в нашей центральной латвийской библиотеке есть отгадка, как это было построено. Но сначала нужно разобраться здесь. Почему-то все озабочены Коралловым замком, который находится в Америке, все прям восторгаются так. Потому что это Америка. Но это Латвия, ребята. И ответьте мне, где-нибудь здесь, в какой-нибудь из ваших стран, такое было возможно? Хороший сигулдский замок. Агитирую приехать сюда. Сейчас, смотрите. Безусловно, кримулдский замок, он красив. Безусловно, сигулдский замок, он тоже красив. Но тот замок средневековый сигулдский, который находится здесь, он имеет такую выгодную географическую особенность. С него отлично можно видеть турецкий замок, и с него можно видеть кримулдский замок. Вот это очень прикольно. И поскольку это средневековый замок, то есть рыцарский средневековый замок, там всегда есть место романтики. А если там есть место романтики, значит тут есть самые волшебные виды. То есть когда вы приходите со второй половинкой, здесь реально самое романтическое место, чтобы прогуляться. Сейчас идем, буду показывать. Это не то место, которое прямо навеяно романтикой. Средневековье, рыцарство, да? То есть вы можете вот на этот плац прийти, вот он, и наблюдать со своей второй половинкой вот на этот замок. У этого замка есть история про двух влюбленных. Мы рассказывали в предыдущих роликах о том, как... Ну, это уже другая история. Интересно? Приезжайте, посмотрите. Лениво? Найдите ролик об этом. Я бы посмотрел. Надо вот так, не понимаешь. Коля,
то, что в смотровой башне есть лифт, и он предусмотрен как раз под инвалидную коляску. Но поскольку он свободный, я решил им воспользоваться. То есть, хотите, поднимайтесь наверх, а если вы с ограниченными возможностями человек, то нет проблем, вот такой лифтик предусмотрен. Ну, прикольно же, нет? И опять же скажу, вы здесь будете одни. То есть пришли и наслаждайтесь этим комфортом, тишиной, релаксом. Это Латвия, ребят. Выходим. Да? Идет, наверное, внизу. Смотри, как красиво тут. Вот там уже, в которой мы были, усадьба. И через речку мы теперь можем ее наблюдать здесь. Сейчас осень только начинается, но уже можно видеть эти красивые пейзажики. То есть самое-самое начало, самое красивое будет недели через 4, когда ударят еще первые морозики, все это засахарится. И будут многоцветия, красные, коричневые. Сейчас не было еще мороза, поэтому это все только желтое, зеленое, коричневое. И все будет утопать, вот все, вот это будет утопать в таком многоцветии. Жесть, как красиво. Сейчас солнышко садится, может быть, для камеры это нехорошо. Но здесь можно закаты солнца встречать. Что-то поймал себя на мысли, читая вывеску, что интерес к этому замку возник в эпоху романтизма. То есть была эпоха романтизма, когда были романтики, и тогда все всерьез занялись восстановлением этого замка, сохранением его. В какой эпохе мы, интересно, живем вот сейчас? Как бы назвать эту эпоху и что мы делаем сейчас с своими чувствами, как мы их оставим нашим детям в камне? То есть здесь была эпоха романтизма, и здесь нам сейчас, спустя там 200 лет, 300 лет, приходить сюда приятно. А мы сейчас что-то оставим для своих прапраправ? Это тоже немаловажная штука. Мы, например, гуляем по лесу, по замку. Это реальный лес. И посмотрите, если вдруг у вас приспичит сходить в туалет, то какие туалеты здесь есть? Фактически в лесу в Латвии. Ну, чтобы вы понимали, что такое Латвия, и сравнили, например, с Россией. Не хочу никого обидеть. Да? То есть, вот туалет. То есть у нас вот такое зеркальце. Бумага, да? Мыло, туалетная бумага. На чистоту посмотрите, да? Еще одна бумага. То есть все это вот с таким прекрасным деревом, да? Запах, просто непередаваемый. Я не знаю, что это за дерево, почему-то хорошо пахнет. Это наша Латвия. Приезжайте, вам понравится. Теперь, чтобы было вообще понятно, это туалет для инвалидов. У него дверь 1,10 м. И выглядит он примерно вот так. Место, и сюда приходят и парочки, например, такая парочка, как я со своей супругой, мы приходили, а сейчас у нас трое детей, и мы их сюда приводим, и они будут приводить своих внуков, и это круто. Уникальная страна,
Я надеюсь, я убедил вас приехать и посетить мою страну с целью хотя бы на выходной день. Если нет, то смотрите следующие наши видеоролики, и я буду по-прежнему вас продолжать убеждать о том, что Латвия самая позитивная, самая добрая страна еврозоны. А на сегодня все. Всем пока.